Как ни крути, а жопа сзади. Да, это я. Я самый крутой человек. Да. И то, что я живу на поселке, в деревне Дрищево, это ни о чем не говорит. Я самый крутой человек. Я the best. The best. Лучше. Это правда вы? Распишись, чувак! Пожалуйста, распишись! Где? Тут! Тут недавно Якубович расписался, не обращай внимания! Якубович? Я убью Якубович. Давай! Сядь на гвоздь и вращайся. Андрей, прикинь только что, еще в интернете-то прочитал. Ну вот я, короче, узнал. Короче, в мире самая опасная вещь – это губки. Ты прикинь? Блядь, это вообще, это может привести просто к смерти. К банальной смерти. Ты понимаешь, вот не жуй, вообще их нельзя жевать. Вот я говорил, это самая опасная вещь. Не ешьте губки, пожалуйста, и не нюхайте. Горячая крышка на кастрюле выглядит так же, как холодная. Переодеться, пока курица стоит. Там ужас! Супермен, спаси, ты должен нам помочь. И либо мы все сдохнем, либо Супермен нам поможет. Супермен, нам поможешь? Поможешь, Супермен. Супермен, ну помоги, ну пожалуйста. Я не могу. Ты знаешь, что тебе нужно сделать. О, да. Ты подлый, Супермен. Ты очень подлый. Ну, давай. Наливай еще. Еще нальем. Держи. Какая съемная крышка. Это нахрен. Иди и спаси мир. Ты должен сделать. Это твоя миссия, сын мой. Ты должен. Стой. В отпуске. В каждом живом организме есть отверстие для клизмы. Я выиграл!
Здравствуйте. Это клуб анонимных безэмоционалов. Здрасте. Мы никогда не испытываем эмоции. Нахуя они вообще остались? Мы не знаем, что такое плакать. Нахуй. Да. И мы вообще не чувствуем ничего. Вчера я слышал, как мужик говорит. Я, говорит, испытал радость. Бла-бла-бла-бла-бла. Чего он испытал? Чего это такое? Что такое радость? Странное слово. Да не говори. Эмоции. Что вообще за слово такое? Эмоции. Эмоции. Ненавижу Эма. Я родился и понял то, что все вокруг серое и безобразное. Оно нахуй никому. Я даже... Оно вообще нахуй никому. Я даже не плакал. А че плакать? Зачем? Это бред. Плачь — это хуйня. Да. Нахуй. Да-да-да-да-да. То же самое, что и радость. Горе. Смех. Я не испытывал этого, мне похуй. И мне похуй. Отлично. Наш клуб, он объединяет эти... Хоть и по всему миру всего два человека. Это мы. Это мы. Как ни странно. Точнее, это очень странно, да? По-моему, да. Я могу вам показать пример. Щекотка. Я даже не знаю. Прочитал в интернете, как это делается. Прошел 3 видеокурса. Дурак, нет. Не щекотка. Все спалился. С вами клуб любителей эмоций. Мы вас наебали 1 апреля. Да, конечно, с вами были, как обычно, Project Student. Это, естественно, было 1 апреля, да, это выпуск 1 апреля. Подожди. Алло? Чё говоришь? Продюсер зовёт? Опять продюсер зовёт. Продюсер. Так, нас зовёт продюсер. Всех с 1 апреля. Наебали вас, мы пошли получать пиздяток. Спасибо, до свидания. А мне деньги закончили. Уи! Давай. С вами была смерть Жопинская. И ее народный